Мама. Первое слово. Главное слово в каждой судьбе. Каждый из нас без труда нарисует словесный портрет матери, выбрав при этом самые теплые, самые нежные слова. А что такое супермама? Так называется новый, удивительный и необыкновенный проект праздничного бюро Ларисы Грибалевой, в котором принимают участие не просто мамы, а многодетные мамы. Мамы, на плечах которых забота о воспитании и мудрость в поиске ответов на бесконечные вопросы. Мамы, с улыбкой говорящие всему миру о том, как это чудесно – дарить свою любовь и внимание самым близким, самым родным, самым дорогим человечкам на этой земле. Постоянно какие-то вот мероприятия. Мы решили поучаствовать. Хотелось бы тоже показать, что мамы, рожаете детей, дети – это наше счастье. Когда-то хотелось построить карьеру в жизни. Карьеру юриста, заниматься, может быть, своим любимым делом. Но перейти в жизнь поменять, честно скажу, с рождения первого ребенка. В конкурсе принимает участие 10 претенденток на корону престижа. И каждая из них является примером того, как можно быть прекрасной мамой, обаятельной женщиной и успешной леди. Я считаю, что женщина хорошеет именно тогда, когда у нее детки. И чем больше деток, тем женщина прекраснее. И это ее красота. И я уверена, что и мужчину притягивают именно те женщины, у которых есть дети. Рожайте и не бойтесь. Это здорово, это счастье. Они воспитывают ребятишек и не забывают о себе. Они создают уют в доме и продолжают заниматься любимым делом. Они показывают пример и излучают бесконечное счастье. Каждую маму поддерживает ее семья. Те самые дети, которыми стоит гордиться. А на конкурсной площадке царит атмосфера праздника. Мамы готовятся к выходу на авансцену. С ними работают визажисты и парикмахеры от бьюти-партнера проекта компании «Гош». Для каждой из участниц это новый необычный опыт. Это возможность исполнить мечту из детства – стать принцессой, стать самой прекрасной. Они окружены вниманием и заботой, и эти прекрасные чувства радости, удивления и восторга отражаются на их лицах. Они очень благодарные клиенты, они наслаждались своим отражением в зеркале, и мы видели эту радость и счастье в их глазах. Они очень хорошо позировали на камеру и вели себя действительно как настоящие модели. Великолепные прически, изящный макияж, со вкусом подобранное платье. В компании «Гош» все делается для того, чтобы найти изюминку каждой из конкурсанток. Профессионализм фотографов подсказывает мамочкам, как себя вести перед камерой, волнение уходит, и те, кто совсем недавно был среди нас, тысяч обычных женщин, вдруг становятся звездами. Участницы сияют красотой и особой внутренней уверенностью в том, что не просто соревнуются за звание супермамы, но делают очень важное дело. Ну, сегодня, вы видите, это очень приятный день, девочкин такой. Вы же знаете, что как себя чувствует мама, жена, так будет себя чувствовать и семья. Поэтому благодаря проекту, я думаю, что 10 семей, 10 мам, они будут, 10 семей в очень хорошем настроении в ближайшее время. Но я думаю, точно до того, как закончится конкурс, еще какое-то время потом. А для других, для нашей общественности, для нашего общества, лично для меня очень важно им показать, вот нам всем показать, как хорошо можно себя чувствовать, выглядеть, когда у тебя много детей. Это замечательно. Я думаю, что если женщина может себе позволить по здоровью больше одного ребенка, больше двух и даже больше трех, это будет очень хорошо. Это очень для здоровья, для настроения, для твоей молодости, для твоего понимания жизни. Дети – это здорово на самом деле. Супермамы уже сделали главный выбор в своей жизни – выбор в пользу продолжения жизни. Теперь их задача в том, чтобы рассказать о своем счастье, о своей удаче и радости всем тем, кто еще сомневается. И проект праздничного бюро Ларисы Грибалевой помогает им в этом благородном и нужном деле. Они все достойны короны хотя бы за то, что подарили миру таких прекрасных детей. Мы желаем им удачи и уверенности в том, что они никто иные, как супермамы, милые, любимые и любящие.